Всем привет! С вами Анжелика Ванштейн. Благодаря нашему продукту люди со всего земного шара начинают чувствовать себя отлично и освобождаются от своих болячек. На первой фотографии женщина, ее зовут Галия. Она употребляет продукт правильного питания уже ровно один год. У нее прошла хроническая усталость, улучшился сон, избавилась от остеохондроза, укрепились ногти, волосы стали гуще расти и перестали выпадать. Зрение улучшилось. В начале приема капсул LF8 она поправилась, а с течением времени вес начал спадать. На пятках прошли трещины. Кожа стала гладкой. Идет лифтинг лица и разглаживаются морщины. Стала бодрой, активной и чувствует себя отлично. А на второй фотографии женщина, ее зовут Айгерим. Она живет в Астане. Капсулы употребляет уже 5 месяцев. Ее беспокоили почки. Было опущение почек, а также боли и приступы. Беспокоила щитовидная железа, гастрит, боли в спине и остеохондроз. Но благодаря капсулам, спустя 5 месяцев ее ничего не беспокоит. Чувствует себя бодрой и энергичной. Нет усталости. При употреблении Acelir-8 начала скидывать вес. И очень этим довольна. А на этой фотографии Руслан Садыков. Он живет в Казахстане. Он пьет продукт правильного питания 3 месяца. У него прошли головные боли, которые мучили его на протяжении многих лет после сотрясения мозга средней тяжести и дефекта черепа первой степени. Прошли хрусты в позвоночнике, которые были после аварии, был компрессионный перелом позвоночника и протрузии более 9 лет. Продукт помог преодолеть депрессию, вызванную черепно-мозговой травмой, и улучшил эмоциональное состояние. Он очень доволен, что принимает такой замечательный продукт. А это Черкасова Людмила. Она живет в городе Павлодар. Ей 56 лет. У нее 2 года назад обнаружили 5 полипов в желчном пузыре и очень густую желчь. После приема капсул LF8 и Acelir-8 в течение 3 месяца она прошла УЗИ желчного пузыря, и полипов у нее не обнаружили. Она даже, когда делала УЗИ, попросила получше посмотреть. Но врач повернул ей монитор и сказал: «Смотрите сами, ничего нет, и желчь не густая». Она счастлива, что обойдется без операции. А на этой фотографии девочка. Ее зовут Медина, и ей 13 лет. У нее была проблема. Она не знала, как избавиться от угревой сыпи. Она вместе с мамой ходила по косметологам, дерматологам, но препараты, которые им прописывали, не давали желаемого результата. Также она делала переливание крови с антибиотиками, что повлекло за собой боли в желудке. После приема наших капсул девочка чувствует прилив сил, энергию, улучшилась память, прошли боли при менструальном цикле, и угревая сыпь тоже отступает. Она просто счастлива. Капсулы LF8 и Acelir-8 – это продукт правильного питания, это еда 21 века. Компания работает со 180 стран мира. И это чудесно, ведь благодаря этому наш продукт может помочь огромному количеству людей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Анжелика Ванштейн.